С обсуждения кадровых проблем в туризме стартовала неделя Саха Тревел в Якутии. На площадке чемпионата рабочих специальностей WorldSkills Russia преподаватели, предприниматели и эксперты поделились своими предложениями в решении ряда проблем. Основные из них – это нехватка высококвалифицированных специалистов и нежелание работодателей сотрудничать с учебными заведениями. Что касается предложений, сегодня наиболее важно опираться на профессиональные стандарты подготовки кадров и необходимо создание центров оценки квалификации, считают эксперты. В дальнейшем мы выйдем на эффективный диалог для того, чтобы соединить бизнес-предприятия с профессионально-образовательными учреждениями, чтобы выпускник, оканчивающий учреждение СПО, АМФИД, а также и ВУЗа, обладал теми компетенциями, которые бы ему позволили успешно работать.